Серик Казакпаев в финансовой полиции побывал 5 июля. Стражи экономического порядка ему четко объяснили, что гражданская активность законом не приветствуется. Версия официальная – связь с Мухтаром Аблязовым, которого господин Казакпаев видел лишь по телевизору. Фамилии, которые они спрашивали, во-первых, мне полностью неизвестны. Кроме Аблязова, который широко освещалось это СМИ, все последующие вопросы были просто неуместны. Там, каким образом выводились из страны там, все эти финансовые средства. Собрание состоится. Собрание демократической общественности, которое назначено на 12 июля, состоится несмотря ни на что, заверил председатель общественного объединения «Болга» Марат Джанузаков. Сам он в Финполе побывал трижды. Сегодня у борцов с коррупцией одна совсем непрофильная цель – не допустить собрания в Алматы активистов гражданского общества. Рост тарифов – это земельная проблема и пенсионный возраст. Вот три главные социальные проблемы, которые мы хотели обсудить на этом собрании, но власть повела себя очень даже странно. Всякое было за эти 10-12 лет, но такого я не припомню, что как в случае с Игорем Коловым купили билет на самолет и отправили в Кустанай. Делегаты каждого региона страны в эти дни могут похвастаться приводами в Финпол. Вызывают по несколько раз, причем именно тогда, когда в южную столицу отправляются поезда. Вопросы тоже не балуют разнообразием. Какое отношение вы имеете к экс-банкиру Аблязову и партии «Алга»? Сказали, что да, что мероприятие, которое будет планироваться 12-го с Аблязовым, что деньги, это на деньги, которые украдены, и участие это будет как соучастие преступления. А вот когда в третий раз уже вызвали, когда это было 5 июля, то они тогда конкретно сказали, что нежелательно участие. Всего с регионов страны в Алматы должно приехать 150 делегатов, еще около сотни алматинцев. Стоит напомнить, что накануне Дня памяти жертв политических репрессий финансовые полицейские чуть не сорвали премию «Свобода». В этот раз, уверен Марат Джанузаков, силовики попытаются отработать этот сценарий до конца.